Семьи детей, погибших в результате нападения бывшего полицейского на детский центр на северо-востоке Таиланда, собрались в местном буддийском храме. Церемония подношения духом убитых малышей прошла в воскресенье в храме Ратсамаки в городке Утхай-Саван. Траурные мероприятия будут продолжаться в течение 3 дней до похорон и кремации тел в соответствии с буддийской традицией. Ожидается, что в вечерней молитве примет участие премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча. В пятницу 70-летний монарх Таиланда посетил больницу, где находятся раненые в результате этого самого масштабного в стране теракта. Вооруженный пистолетом и ножом 34-летний бывший полицейский Пани Камрала убил 36 человек, в том числе 24 ребенка. Он был уволен из полиции за злоупотребление наркотиками.